Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами продолжим обзор левого берега и прогуляемся по улице Азовстальская. Посмотрим, как там продвигается восстановление жилых домов, детских садов и школ. Приятного просмотра! Итак, друзья, объект по бульвару 50 лет Октября, левый берег, дом 9/28. Левый берег наконец-то начали приводить в порядок. Улица Азовстальская, еще один объект. С левой стороны дом уже восстановили, как видите. Другая его часть все еще в процессе. Друзья, номера домов я буду писать уже при монтаже. Это все улица Азовстальская, левый берег. Дома красиво делают, фасад очень красивый. Нашел паспорт объекта, друзья. Азовстальская, 34. Окончание строительства, третий квартал 23-го года. Итак, друзья, продвигаемся по улице Азовстальская чуть выше. И видим здесь многоквартирные дома, 9-этажные, уже приведены в порядок. Во дворе ведется стройка. В центре 5-этажный дом тоже еще в процессе восстановления. Но визуально эти дома уже выглядят красиво. Обратите внимание, друзья, на дорожки пешеходные. Таких дорожек здесь не было. Я нахожусь недалеко от 10-й школы, по улице Азовстальская, левый берег. Восстановленный дом. Здесь тоже будет укладка асфальта. Вот так сделали вход в подъезд. Напротив еще один дом, тоже восстановленный. Везде здесь вокруг будет новый асфальт, новые бордюры. Обратите внимание, детский сад как привели в порядок. Он находится рядом с 10-й школой по улице Азовстальская. Вот такие вот детские площадки на территории детского сада, друзья. Все выглядит очень красиво. Такого у нас в Мариуполе не было, 100%. А это, друзья, школа номер 10 по улице Азовстальская. Посмотрите, какая территория восстанавливается. И как восстанавливается. Качество работ. Мы обязательно с ребятами поснимаем при открытии этой школы. Дворы вокруг этой школы восстанавливаются, приводятся в порядок. Дорожки, тротуары, газоны. Все постепенно. Левым берегом уже занимаются. Потихонечку все приводится в порядок. В такой школе будет приятно учиться, друзья. Посмотрите, какие здесь беседки. Класс. Мужики, все отлично? Спасибо за работу. С левой стороны от 10-й школы 5-этажный дом в процессе восстановления. Почта Донбасса. Дом подготовили под облицовку. Буду делать фасад.
Здесь делают тротуар, снимают слой старого, наносится новый. Совсем скоро, друзья, город Мариуполь преобразится как птица Феникс. 100%. Очень скоро, друзья. Итак, друзья, сегодня я сделал для вас небольшой видеообзор объектов, которые находятся на левом берегу. Всем мира и добра. До скорой встречи и пока.